Грибы считаются одним из самых ценных даров природы. Ежегодно сотни и тысячи грибников выходят на охоту. Каждый летний месяц приносит свой урожай. Наступивший август считается самым грибным периодом. При определенных знаниях и везении корзины можно наполнить боровиками, лисичками, подберезовиками, сыроежками, маслятами и другими грибами. В начале августа появляются первые опята, а в середине месяца – волнушки и белянки. Найти грибы в августе можно практически везде – в траве, под деревьями, возле пней, на опушках леса и даже в городских скверах. При их сборе, даже при наличии некоторых знаний и опыта, необходимо строго соблюдать основные правила, чтобы избежать случайных ошибок, которые могут привести к отравлениям. Собирайте только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны. Никогда не употребляйте в пищу незнакомые грибы – перезрелые, ослизлые, дряблые и червивые. Не ешьте грибов в сыром виде. Готовить их лучше в день сбора или не позже утра следующего дня. При отравлении грибами необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а до ее приезда промыть желудок водой и выпить активированный уголь. Насколько популярна грибная охота среди одинцовцев, вы узнаете в рубрике «Экспресс-камера». В Одинцовском районе сходим тут в ближайшие... Вот прилежащий лес. Но иногда там собираем кое-что. Но в основном ездим за город подальше. Звенигород. Какие собираете? Ну, летом сейчас вот идут белые грибы пошли, лисички, подберезовики. Ну, а осенью вот опята. Но в основном консервируем там вот как, отвариваем и ну, закрываем баночки. Ну, и для... Жарки с картофелем. Готовим грибы, отвариваем и потом жарим. Ну, рядом с дачей. А где? В Захарово. Угу. Какие грибы собираете? Подберезовики, подосиновики, опята, грибной суп, соленые грибы с луком, чесночком. Нет, не собираю. И вообще, то есть почему так категорично не собираете? Вы знаете, я боюсь входить одна в лес. И поэтому и плохо грибы знаю. Ну, опята, белые, подберезовики, подосиновики. Не собиралась здесь ни разу, кроме опят ничего не знаю. Из грибов все можно приготовить, и сварить, и пирожки, все что угодно. Но я люблю есть, а вот собирать не получается.